Итак, мы сегодня пригласили вас для того, чтобы начать отмечать юбилей Центральной районной библиотеки имени Исаакия Петровича Мордвинова. В ноябре 2017 года, в этом месяце, нам исполнилось 90 лет. И сегодня вы находитесь в самом, наверное, да, старинной библиотеке, самой большой по количеству единиц в фонде. Ну и, наверное, я надеюсь, той библиотекой, в которой вот лично вы бываете чаще всего. Да, потому что вот Натальей Игоревной и Аллой Александровной были организованы пятницы у Мордвинова, благодаря которым мы здесь все собираемся еженедельно. Мы все очень рады вас видеть и хотим сегодня поблагодарить вас за это. Я предоставляю слово Нине Александровне Казначеевой, директору муниципального учреждения Тихвинская библиотечная система. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я искренне рада вас всех сегодня видеть. Действительно, в преддверии юбилея 90-летия библиотеки сегодня вы собрались здесь для того, чтобы, ну, я думаю, выразить, может быть, слова благодарности библиотечным работникам. А мне, в свою очередь, хотелось бы выразить слова благодарности вам. Я вас искренне благодарю за то, что вы вот в пятничные вечера, поскольку это происходит в пятницу, на протяжении уже 2 лет приходите к нам сюда, в библиотеку. Приходите для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы раскрыть свои таланты, поделиться своими какими-то впечатлениями. И вот эти пятницы, они уже стали знаковыми в деятельности библиотеки Центральной районной. И создан проект по пятницам. 1 декабря будут подведены итоги нашего профессионального конкурса «Звезда культуры», который в этом году будет проходить в Кировске. Но вот, к сожалению, проект именно «Пятницы» Мордвинова, он как бы финансовой поддержки на сегодняшний день не получил. Но он будет поблагодарен за то, что такой проект существует, что он живет, за ваше участие в этом проекте. А мы, как районная библиотека имени Мордвинова, отмечаем в этом году такой вот большой юбилей 90 лет. И я хочу, кстати говоря, пользуясь случаем, пригласить всех вас на наш юбилей, который будет проходить 29 ноября, это будет среда, в районном доме культуры в 72-м кабинете. В 15 часов будет начало нашего юбилейного вечера, юбилей в кругу друзей. И мы будем рады видеть вас, если вы сможете в дневное время прийти. Милости просим. Мы будем очень рады. Вот. А сегодня, пользуясь случаем, я уже хочу сказать о том, что мы, как Центральная районная библиотека, выиграли в номинации «Звезда культуры» первое место как лучшая межпоселенческая библиотека, потому что районная библиотека, она на протяжении многих-многих лет оказывает поддержку не только городским библиотекам, но и сельским библиотекам Тихвинского района. Мы много лет сельские библиотеки были в нашем составе, и сейчас мы оказываем им и практическую помощь, и консультативную, и вот мы выиграли. Вот будем получать такой приз 1 декабря, денежный приз, будем приобретать новую технику, то есть вот, и будем, я надеюсь, создавать комфортные, более комфортные еще условия для того, чтобы вы могли приходить к нам сюда в удобной, приятной атмосфере общаться. Надеюсь, что у нас появится новая компьютерная техника и, возможно, вот выходы онлайн, да, то, что мы будем планировать, Любовь Анатольевна сказала, в следующую пятницу поговорить онлайн с дочерьми Всеволода Рождественского, то есть вот это как бы откроет для нас какие-то новые перспективы, то есть техника будет более совершенная, я надеюсь, что мы ее приобретем. А сейчас я хотела бы конкретно выразить благодарность от своего имени, от имени всех сотрудников библиотечной системы, выразить благодарность Дворянскому собранию за активное, многолетнее, плодотворное сотрудничество, за сотворчество, за то, что вы принимаете участие в наших ежегодных крупных мероприятиях. Это в конкурсе «Арсис», в Мордвиновских уездных краеведческих чтениях, в наших пятницах и в ваших пятницах, и в Рождественском поэтическом вечере, еще во многих других мероприятиях, которые вы с удовольствием вот вкладываете свою душу, тратите свое время на то, чтобы
помочь библиотеке провести эти мероприятия и получить вот какое-то свое собственное удовлетворение. Поэтому я от всей души вручаю благодарность и благодарственное письмо Наталье Игоревне вам. Огромное вам спасибо за сотворчество. И еще одну благодарность мне хотелось бы поблагодарить — литературно-творческое объединение «Автограф». Уважаемый Анатолий Александрович, вас много лет сотрудничаю, много-много, даже не помню уже с какого года, и принимали участие в литературных беседках еще в Летнем саду, да, много лет мы проводили эти замечательные встречи летом, День города, и сейчас продолжаете с нами сотрудничать, поэтому тоже за плодотворное, за многолетнее сотрудничество я от всей души вас благодарю. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, еще раз, я хочу всех поблагодарить и надеюсь, что вот сегодняшняя встреча, сегодняшний вечер пройдет замечательно, душевно, что вы пообщаетесь и потом попьете чайку в нашей обстановке приятной. Так что огромных вам успехов и удачи. Спасибо. Сегодня мы предлагаем вам немножко рассказать о истории нашей библиотеки. И затем, я думаю, что... Вот вы, пожалуйста, не обижайтесь, может, кто-то не входит, да, вот в эти творческие объединения. Нам хочется поблагодарить всех вас и всех вас послушать. И я думаю, что мы с радостью сегодня с вами пообщаемся. Можно сегодня будет сделать, кто желает, фотографии с нашим книжным тортом. Можно сделать фотографии вот с такими транспарантиками с разной тематикой, и оставить себе на память, и нам тоже. Ну, поэты, да, я люблю поэзию, я люблю читать. Ну, а кто не выбрал, что любит читать, тот любит Тихин. Где он живет? Пиво есть. А? Я люблю пиво. Ну, пока нет. Ну, что ж вы так не будете смотреть? Вот, и сейчас мы с вами посмотрим небольшой фильм об истории нашей библиотеки. Может быть, не все знают наши пути, пока мы шли до этого помещения. Открывается три Тихвинские библиотеки. Самая крупная Тихвинская городская общественная библиотека принадлежит городской думе, содержится на свои собственные средства. Открыто в 1892 году. Заведующая Мария Васильевна Белоконкова. Книг 4850 томов. После 1917 года библиотечная сеть резко расширилась за счет книг, прикладированных в городских усадьбах, участных лиц и упраздненных обществ и учреждений. В 1920 году в Тихвине было 12 библиотек. В 21-м они находились в состоянии реорганизации. В это время происходит замена кадров. Библиотекари из народных учителей замещались работниками, которые соответствовали новым партийным требованиям. Уменьшилось количество библиотек, сократился персонал, прекратился бесплатный отпуск книг. В 22-23 годах создана в Тихвине центральная библиотека. Когда возникает Ленинградская область и, соответственно, Тихвинский район, библиотека в Тихвине превращается в районную. Из обнаруженных нами документов, где упоминается Тихвинская районная библиотека, самый ранний датируется 28 мая 1928 года. 1930 год. Библиотека находится на улице Карла Маркса, заведующей Сидоров. В 1935 году в районной библиотеке имеется 14 тысяч книг. Из сотрудниц районной библиотеки известны Елизавета Андреевна Шернская и Елена Михайловна Арцебашева. Перед войной библиотека переехала в здание гостиного двора. Судя по акту 1942 года, апреля 27 дня Тихвинская районная библиотека была полностью уничтожена. В 1943 году библиотека снова начала работу. Размещалась она в двухэтажном деревянном доме на углу улиц Советской и Труда. Книг было мало, но фонд пополнялся ежедневно. В библиотеку их приносили тихвинцы, делясь книгами с согражданами, как делились блокадники куском хлеба. Лондон и Войнич, Толстой и Чехов, Зощенко и Гайдар были с тихвинцами в то трудное время.
После войны делились книгами с областью Ленинградской библиотеки. С праздником стал переезд библиотеки осенью 1953 года в только что построенный районный дом культуры. В ожидании этого библиотекари ходили смотреть на стройку, скорую на осенью. Новый 1954 год встречали в новом помещении. Абонемент был на первом этаже, читальный зал на втором. Рядом с того же года на втором этаже была городская библиотека. В 1965 году в районном доме культуры началась реконструкция. Районная библиотека переехала на это время в клуб «Водин». На сцене были поставлены стеллажи абонемента. Зрительный зал был разгорожен, отгорожен угол с одним окном для читального зала. Там стояли вдоль стен четыре стеллажа с книгами, журналами, газетами, каталог, стол библиотекаря и 2-3 стола для читателя. В 1967 году реконструкция РТК закончилась. Библиотека находилась на Фишовой горе, в здании бывшего водоканала. Дом культуры шел ремонт, и, в общем-то, в принципе, еще один эпизод, что пришлось только читателя служить, но и работу там находиться очень здорово. Я, вот здесь мы запомнили сами, мне так было вообще впервые, но если мы их не заготовим, то вечером мы еще будем стопить, а завтра мы читаем. Было такое мнение. А вот 50-летию Великотеатрской революции уже пришли в Дом культуры на второй этаж. Потому что, как потом уже выяснилось, что у нас был самый большой фонд в области. То есть книгообеспечение было высочайшее. В самом пределе даже до 30 книг на одного читателя ничего не было нигде. Но вот когда переехали в Дом культуры, что характерно, что библиотека, может быть, это был единственный момент в истории библиотеки, когда она была востребована. До такой степени востребована, как, наверное, никогда больше не случалось. Поскольку все-таки она была далековато на Фишовой горе, а здесь она жила в Доме культуры, и Дом культуры не работал, то, в принципе, не только, конечно, библиотека, и сам Дом культуры был востребован. И Дом культуры, буквально, Дом культуры наклонили коллективы театральные из Ленинграда, буквально все, кто там был на гастролях, пытались побывать в Тихвине. А город был в культурном отношении буквально в форме, и шли в валом, шли народ шел на все мероприятия. Я в 78 году, вот, началась централизация. Это районная библиотека, у нас была вот эта вся база именно районной библиотеки. И прошла централизация. Централизованные были сельские учреждения, как я сказала, 26, и плюс городские учреждения. Библиотека растет. В 1982 году переезжает в 5-й микрорайон на берег Визельского ручья. Но и здесь и тесно. Мы не знаем, конечный ли пункт или нет. Наш адрес 3-й микрорайон, дом 11. Ну, надеемся, что хотя бы здесь мы удержимся, уживемся и всегда будем рады вас видеть. А сегодняшнее мероприятие назвали «Родимый кров для наших слов». И мы, наверное, с радостью послушаем произведение, которое, ну, я думаю, что вы хотите почитать для нас, мы, девочки, кто-то на обслуживании. Мы с Еленой Александровной примем участие с удовольствием. Всех библиотечных работников от души. У меня с библиотеками связаны романтические, очень теплые воспоминания. Я учился в Волховстрое с 88 года по 91. 1988 по 1991 год. И у нас как раз на Чёрса 8А общежитие, а сбоку здесь там тренажерный зал был и библиотека. Так вот, ходили или в тренажерный зал, или обязательно в библиотеку, куда-нибудь попадешь обязательно. Так вот, все 4 года, можно сказать, это самое я провел между спортивным залом и библиотекой. Между двух огней. Ну тогда самый популярный журнал, я помню, был «Юность» для молодежи. Там все про Майка Тайсона, помню, про Брюса Ли тогда печаталось. Ну вот. Ну, естественно, это самое Герберт Уэллс,
и остальные Жюль Верны, это как настольная книга была. Но потом появился Валентин Савич Пикуль, потом Рекс Стаут, потом все эти американские замечательные детективщики. Ну вот. Ну, наверное, мне вот эти детективщики испортили вкус, потому что сейчас Тургенева читать уже, как бы, честно признаться, не могу. Я засыпаю на второй странице. Ну ладно, это мои проблемы. Мы сегодня с Сергеем Васильевичем Белозеровым еще раз вас поздравляем. Мы хотим исполнить две песенки. Первая песня называется «А за лесом». Как будто... Библиотека за лесом, да. Нет, она была на Фишовой горе, как говорили. Ну, перед лесом. Перед лесом, да. Песня называется «А за лесом». За лесом день догоняет ночь, а за лесом ты обнимаешь дочь, а за лесом дай полная любви, там цветут сады, там мои мечты. Легкий на подъем, уходи из снов, и дорог кольцо мне дарила кров. Серпантином чувств обвивала грудь, светлая печаль прошептала. Есть по два крыла, под одним простор, под другим беда. Правда и любовь, ненависть и ложь, и судьбы секунд льет на землю дождь. Под небес зонтом убаюкан мир на краю времен, а за лесом ты, а за лесом дом.
лесом дверь догоняет ночь, а за лесом ты обнимаешь дочь, а за лесом даль полная любви, там цветут сады, там мои мечты. Тишина. Струны, извиняюсь, струны новые. Из-за этого они такое ощущение, что будут посадить. Голова старая. Руки старые. Дать тебе штучку волшебную. Что стоит здесь? А, у тебя же есть. Еще не посмотрел. Я помешаю. Да? Да. Уберите этого. Время тебе. Он просто сидит на такой. Песня называется «Тишина». Готовы? Типа того. 3, 4. В этой тишине я снова один, в этой тишине уютно без сна, словно кто-то время остановил. Песни ночной слышен шорох одиноких машин, недоступный месяц грусть рыженой проливает из небесных вершин. Я растворяюсь сквозь слезы, оком я утопаю в снегу глубоком, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно, я засыпаю. Я растворяюсь сквозь слезы, оком я утопаю в снегу глубоком, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно, я засыпаю, я закурю. На часах почти 12 часов, и никто не тронет песню мою, и никто не тронет струны весом. Долгая ночь, я предчувствую твое колдовство, и с тобой поговорить я не прочь. Мне сегодня так безумно легко, легко, легко. Я растворяюсь сквозь слезы, оком я утопаю в снегу глубоком, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно, я засыпаю. Я растворяюсь сквозь слезы, оком я утопаю в снегу, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно, я засыпаю. Следы, сметая, а мне не страшно, я
засыпаю я, растворяюсь сквозь слезы окон я, утопаю в снегу глубоком, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно я. Засыпаю я, растворяюсь сквозь слезы окон я, утопаю в снегу глубоком, и хлещет вьюга следы, сметая, а мне не страшно. Я засыпаю. В 90-е годы это буквально, ну я как раз с этого и начну. Дело все в том, что когда вот занимался провинциалом, вот нам и вышел первый номер уже, который вот разошелся по всему, не то что Союзу, и даже были письма из Парижа были, кстати, Тихона не было ни одного. Вот так получилось, один из тираж, один из тысяч. И вот приезжает неожиданно, мне просто звонят, приезжает ленинградское телевидение, тогда еще ленинградское. Надо их встречать. Верите, не верите, обегал я и администрацию, куда угодно, все обегал. Мне сказали, а мы вас не приглашали. Кому нужно, то есть, и вот единственное, что тогда пошел на встречу, это библиотека. Вот здесь, по-моему, там было. Да-да-да, первоначальная литературная, вот. Зеленая, так сказать, гостиная, да, нам красивая. Кто-то подарил зеленую. И вот здесь просто там есть, где круглые мы там все столы молодые, там были, все да. Все такие и... молодые, все такие там свеженькие. Вот это хотели показать, вот этот кадрик. Ну и... Он только что. Да, надо прекрасно. Вообще компьютер. У меня что-то там вообще. И он и тут показывал прекрасно. Стоит, а. И вот это. Он и тут и прекрасно даже, показывал. Ну, все-таки, на мой взгляд, ну, с библиотекой мы, во-первых, уже говорили, да и, наверное, еще скажут. Но у меня лично связано очень много, наверное, с того момента, как я помню себя. Потому что в каком городе я не жил, ну, никуда не пошел. А здесь... Вы, наверное, еще были в этом, в Вардака-то вы были, да? Угу. Вот Вардака тоже был. Ну, где-то... В третьем на, этаже, да, где этаже, он где сейчас 71-й. Где они только не были. Или где какой-то камень. Да, ну вот я пришла уже туда. Вот где там Чухот был? Где там бар сейчас, да, по-моему. Да, да. Не, там на третьем этаже был. На третьем этаже бар. Да, у нас отдельный вход был. Отдельный вход был, там, да. Отдельный вход, это я помню. Серега только знает, где у них бар. Я наверняка работал. В четверть я очень благодарен библиотеке, потому что вот именно тогда, когда я приехал. Там литераторы собирались. Татьяна Владимировна вместе собирали туда. Бунина, и когда я впервые вот именно в этой библиотеке я прочитал Бунина впервые. Я тогда читал. А если вы тебя опять читали? Он пишет проза вроде бы. А какая проза, когда там голимые стихи? Просто нету рифма такой. Ну, стихи. У него есть стихи? Нет, я имею в виду, что про прозу. Именно проза. Стихи-то я читал это раньше, а именно проза. Может, ты солезешь. Вот. Но я хотел бы, чтобы не тратить время сейчас все-таки о разговорах, как библиотеку я разберу, что там говорить. Понятно? Я хочу говорить о людях, которые все-таки посещают эту библиотеку, которых уже нет с нами, которые живут рядом. Уже буквально в ноябре месяце, наверное, будет 4 года, по-моему, 20-го, да? Ушел. 22 ноября ушел из жизни Игорь Леонидович Долгов. Вот это. И ну, мы с ним тоже, наверное, тоже очень давно я с ним знаком был. К сожалению, он не стал. Вот такое есть у меня стихотворение в памяти Игоря Долгова. Поэты уходят в лету. Ту самую, что забвение, сказал, шепнул под овец буфета мне прошлое воскресенье. И громко, морская рыба под водочку бесподобна. Нет, говорю, спасибо, не надобно, не угодно. А он мне, да ради бога, а хочешь на память книжку? Подписано Игорь Долгов. Падает, но не в этом фишка. Живуча она, зараза, в огне не горит, хоть тресни, вот крести, сжигал 3 раза, из пепла вставали песни, бери и на жизнь не сетуй, да рыбки купи для суши, поэты уходят в лету, а возвращаются в души. Я уже сказал, что все-таки библиотека, это ее бы не было бы живых людей. Вот, к сожалению, вот я случайно абсолютно вот нашел такие бумажки. Вот все, что связано, может быть, по книгам, на память помню, но лучше не буду. Вот такое вот шуточное стихотворение у Натальи Ивановой,
была книга такая, и в ней был написан разговор с книгами, такое стихотворение. И там есть такие строчки: когда в окно метель стучится, мне Ахмадулина читает свои любимые стихи. Вот, ну, у меня называется «В сумерках». Когда метель звенит и звездкой, и сумрак бродит под окном, я не мечтаю за наперстком и не тоскую за вином, и не варю себе пельменей, не ожидаю при свечах, когда божественный Есенин придет весь в песнях и в стихах. И дождалась, мы с ним в беседе всю ночь приятно провели, и про друзей, и про соседей слова душевные текли. С тех пор мне в сумерках не спится, волнение, дрожь меня берет, а вдруг Тургенев постучится, а может, Пушкин подойдет. Вот, ну и вот, вот здесь уже, неужели, думаю, прошло уже почти 18 лет этого века. Стихотворение называется, было написано в 2000 году, называется «С новым веком автограф». Ну, без автографа я как-то сегодня себя не помню. С новым веком, господин автограф, с новой эхо, с новой эрой, господа поэты, к черту маски, к черту меч дамоклов, ночь всегда кончается, венчается рассветом, наступает новая эпоха, счет пошел на тысячелетия, нет в своем отечестве пророка и не будет в будущих столетиях. Без вины не может быть прощения, без прощения горестна улыбка, вдруг ошибся, что за преступление? Преступление попрекать ошибкой. С новым эхом, с новой эрой, господин автограф, бьет пегас копытом у порога, к черту маски, к черту меч дамоклов. Будем жить, так верено нам Бога. Стихотворение, которое посвящено Галине Николаевне Николаевне. Тоже какой-то ее был юбилей, уже никого не помню. Дом казенный, дорога дальняя, бесконечные поезда. Не для вас, не про вас, Николаевна, вы в поэзии навсегда. Точно вечно, только вечное и величество. Прошу точнее заново лучше. Дом казенный, дорога дальняя, бесконечные поезда. Не для вас, не про вас, Николаевна, вы в поэзии навсегда. Только вечное и великое допускается в царстве строк. Пусть часы непременно тикают, и пусть будет над вами Бог. Вспомнила. И вот сегодня последнее прочитаю, тут много, но я просто листаю так. Владу Курочкину на его 70-летие. Оладьи славе. Забываюсь, пью горечь, отраву, и молюсь, и кричу не в попад. Думала я, правит музыка и слава. Оказалось, командует лад. А метель белой известью сыпет, и термометр уснул на нуле. Слава служит богам на Олимпе, лад разносит тепло по земле. Но ложится на землю Пороша, и мороз, и зима в полный рост. Много песен у лада хороших, а до славы лет тысячи верст. Забываюсь, пью горечь отраву, и молюсь, и кричу не в попад. Думал я, правит музыкой славу, оказалось, команда. Человек как личность создает. Когда я начинала свою профессиональную работу, я это уже понимала. Понимала также и то, что, как говорили тогда и сейчас, это вкус. Но вкус сниманное небесное. У нас небо не падает. Никто его не подает, вкус образовывается, воспитывается, совершенствуется и сам совершенствуется. И вот в отношении роль библиотеки и библиотекаря неоценима. Я это испытала на собственной шкуре. Поэтому хочу просто говорить вот сейчас четко по тематике нашего сегодняшнего разговора. Вот. Я с библиотекой связана более 50 лет, вот именно с этой библиотекой. Конечно, она тогда была не такой, как сейчас. Не было даже этих кнопочек срочного вызова там, ну и еще прочего. Вот. Но то, что было в библиотеке, это просто было неоценимо. Вот когда я впервые сюда приехала, в середине 65-го года, я пришла в библиотеку, у меня своя подумала,
более тысячи, когда я не продала, пока я не продала такого количества в своей библиотеке. Вот первое, что я увидела. Прекрасный, словно заповедь читать. Что, как работать там с книгой, которую берешь и так далее. И я сразу же как-то взяла себе это, ну, на заметочку. После этого, я, значит, составила уже у себя для работы с ребятами в кабинете такую памятку. Памятка, ну, что-то убрала из того, что было в заповедях, что-то добавила. Вот. Памятка называлась «Памятка о рациональных способах работы с учебниками». Поверьте, всю свою жизнь я проработала более 40 с лишним лет, ну, а если с перерывом, то 50 лет педагогической работы. Вот эта памятка всегда сопровождала моих ребят тогда, когда, и она им очень помогала, потому что там было о том, как работать с заголовком, как вести диалог с автором, что отбирать главное. Ну, в общем, много-много-много, не буду ваше внимание отвлекать в этом плане. Вот лет 10 назад я написала стихотворение. Мозаичные вирши. Везу мешки и горько плачу. Их путь только на дачу. В них труд и сердце заодно. Мое последнее тепло. Бесценный груз, тетрадки, планы, гора записок, где изъяны. Бумагу время не щадит. Богатство печку полетит. Все в этом мире скоротечно, секретным кодом и не вечно. И все пытается найти в земном пути свои ключи. Так вот, вчера, буквально вечером, накануне того, как вот сюда прийти, я немножко нашла несколько десяток страниц вот из этого богатства, которое уже почти все сожжено. Но эти вот десяток страниц как раз и касаются вот сегодняшнего нашего разговора. Вот я уже сказала, что вот памятку. Да, первое, с чего вот заповеди. Я считаю, что библиотека для меня не только была всю жизнь, была не только помощник, друг, но я не боюсь этого слова сказать, учитель. Вот помню хорошо, что 80-е, обзоры же книг давались постоянно. И вот в первой половине 80-х годов во время обзоров книг была названа автобиографическая повесть Анатолия Жигулина «Черные камни». Любовь Анатольевна, вы помните, конечно, потому что мы с вами вместе начинали, мы с вами вместе работали. Это повесть о ребятах, которые в послевоенный период, которые только-только выходили в жизнь. Это 48-49 год. Но ребята создали организацию, вот эти молодые ребята, антисталинского направления. Организация была раскрыта. Они, естественно, все были наказаны. И вот Анатолий Жигулин прошел, это происходило в Воронеже, это факт, это якобы то, что было на самом деле. Анатолий Жигулин прошел сам воронежские тюрьмы, потом сибирские тюрьмы, потом биографическая повесть, да. Так, я долго говорю, да? Я время занимаюсь. Ну, вы еще можете повыступать. Да, выступать еще, да. Ну, ладно, тогда. Так вообще, мне так кажется, что как раз сегодня, разговор как раз и должен идти о том, что библиотека делала, то есть как библиотека влияет на нас, читателей. Ну, вот покажу, библиотека это же и книги, это да. Люди, тут можно обо всем говорить и обо всем петь, обо всем. Чтобы люди не успели получить. Вы знаете, мы в своей жизни сегодня делаем обзор книг по космосу, завтра викторину по химии, послезавтра говорим о Мандельштаме. Поэтому это совершенно универсальное место. И мы библиотекарь переработаемся к профессорам. Так вот я и говорю, почему же до сих пор надо вот девчонкам, которые 60-х годов, им давно надо уже присвоить этих самых работников не просто культуры, а заслуженных работников. Так, уж извините.
Вот я хочу сказать просто о той самой гостиной, которую создавала ты и создавала Лариса Топская. Да, у нас вот. Первыми стали это было что-то школьники с 8-й школы. Девочка слева. Как раз об этом девочка я хотела рассказать. Не понял. Девочка слева сидит. Мне кажется, что это как раз то, что должно быть самое красивое. Мы должны делать. Читать не что, ну вот не что-то, то, что у нас есть. Потому что многое есть. А вот то, что вот касается библиотеки и тому, чего, что мы получили от библиотеки. Я лично получила от них. Очень. И пошла в группу леди, господи, я уже забыла, что я им руководила, что он был вообще. Да. А Фаина Николаевна в своей статье вспомнила. Ну, Стапин такой мандрик здесь. Струна осколком эхом пронзит Качнется. Пусть весь клип сыграет, а весь автограф там, это очень хороший
Петрович Мордвинов, ну, теперь я о нем знаю все. Поэтому я сейчас на память часть доклада, это рифмованная проза, вам прочту. Оригинал как-нибудь. Попозже. Любовь Анатольевна уже говорила, что моя жизнь Тихвина началась именно с библиотеки имени Мордвинова в клубе «Леди», когда я приехала к подруге в гости. Нет, первая встреча с библиотекарем у меня была с Натальей Владимировной, когда я написала объявление, что продаю шубу, и она ко мне пришла в мой день рождения. Я хлопотала на кухне, и там стояла гитара. Наталья Владимировна, вы играете на гитаре? Я говорю, да, она пришла ко мне шубу. Говорят, я вас приглашаю в клуб «Леди». И вот я пришла в клуб «Леди». И что бы вы думали, на этом концерте, на первом, было, клуб был в этом помещении, 30 человек. Пришли все, там и врачи, и все друзья моей подруги, любимой Анны Акселевны Милосердовой. Пришли на этот концерт все ее подруги, все соседи, все наши общие друзья. Поэтому вот так началось знакомство с библиотекой Мордвинова. Поэтому я всегда с удовольствием сюда прихожу, участвую. Ну, сегодня не получилось ничего такого придумать. Поэтому, когда мы сюда приходим, мне понравилась была литературная передача о Демьяне Бедном. И один классик сказал о Демьяне Бедном, о чем мы читаем. О Демьяне Бедном... Мужики вредно. О Володе Маяковском, мальчике Таковском, о Сереже Есенине, мальчике весеннем, о наших поэтах тихвинских, о людях, что встречаемся, любовью заряжаемся, о библиотеку Мордвинова идем дорогой длинною, заряд любовью получаем, желаем счастья на года. И знаю я, здесь жду всегда. Спасибо, библиотека. Мы хотим вам выразить благодарность за то, что всегда приезжаете за те минуты,
удовольствием, которое нам доставляет. Мы вас поздравляем с юбилеем. Это от нас всего, что есть. И в честь 90-летия мы хотим спеть 90 песен. Ну, спасибо вам огромное. Ну, не страшно. Ну, мы надеемся. Мы еще посмотрим. Мы запишем, мы сейчас рассчитаем. Это моя. Ну, могу и я. О, Боже мой,
Татьяна и Сергея пригласить на их творческий вечер. Я думаю, ко мне. Меня записано в бой. Ничего привыкли. Ну ничего не меняется, да? 15 декабря здесь. Когда ему нужен коробок, этот микрофон коробок? Да не чекай. Озарило солнышко рощи до поля. Засыпайте, солнышко, матушка земля, розы в травом узоре, чудо витуги. Тихо грустная байка у реки. Мыться не работать, Боже упаси, важная суббота, свято на Руси. Для такого дела денежек прибавь. Рубашонку белую, медный глаз. Мы жизнь средничка, подъедка, чемпионечка. В реченьку студеную залой. Банька, банька, черпачок, подъедка, жару, пулечок. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Говорят, не боятся. Это не про нас. Гряйка, банька, топится, вот тебе и раз. Иностранцы шепчутся, правде вопреки. Под грязи чешутся, злые языки. Лепичка, подлеточек, лепичка, в реченьку студеную с головой плю. Банька, банька, черпачок, подай-ка жару мужичок. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Вас выпьет чашку, запоет душа. Ты чего милашка, пойди хороша. Белая телогику, приезжайте к нам. Раз устроим баньку, обещаем вам. Душистый лимничка, подготовчик, лимничка. В речинку студеную, с головой блюк. Банька, банька, черпачок, подай на жару мужичок. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Душистый лимничка, подготовчик, лимничка. В речинку студеную, с головой блюк. Банька, банька, черпачок, подай на жару мужичок. Здорово, Кирилл, здоровый дух. Девушки, а где у нас сопрано? Здесь стоит, а здесь. Так, ну, читай, раз не помнишь, память нет. Поле белое, березонька, песню тихую поет. Поле тонкую березоньку, как былинку ветер гнет. Льют и льют дожди осенние, всю-то ночь и целый день. И сечет по телу белому злая зимняя метель. Льют и льют дожди осенние всю-то ночь и целый день. И сечет по телу белому злая зимняя метель. Летним днем в тени не спрячешься, поле чистое вокруг. Нагорюешься, наплачешься, без друзей и без подруг. Весны сердце надрывается, кто березку позовет, а подруженьки к
красавицы милых кличут в хоровод. Там дубы широкоплечие, клёны с шапкою кудрей. Вместе горе мыкать легче им, вместе радость веселей. В поле белая берёзонька песню тихую поёт. В поле тонкую берёзоньку как былинку ветер гнёт. В поле белую берёзонька песню тихую поет, в поле тонкую березоньку, как былинку ветер гнет. Браво! Это песня на стихи Игоря Леонидовича Долгого. И ему очень всегда нравилась песня, которую я сочинила. Ну и предыдущую тоже песню сочинила «Уж как пал туман». Вот когда у нас проводились литературные беседки в летнем саду, он всегда ее заказывал. Уж как пал туман, води ко степи, води ко степи, на седой ковыль. Уж как пал туман на седой ковыль, води ко степи половецкие. А вот о степи на сырой земле добрый молодец крепким сном уснул. Руки праздные пораскинул он. Зазубрённый меч из рук выронил. Верный борзый конь ускакал во степь, чёрной тучею воронье кружит. Ворон ворона да на пир зовёт добру молодцу. Очи выпейте, широко ты степь, доктор, будет дождичек, над ним слезы лить, будет голос выть, по нему метель. Бестобранное заметут снега, порастет весной полынь горькою. Широко ты степь, не обскачешь год, выше не орел, распростер крыла. Тишь, покой кругом, лишь полынь трава, да седой ковыль колыхаются. Тишь, покой кругом, да полынь трава, да седой ковыль. Да, вы знаете, я как-то вот сейчас такую мысль произнесу ужасную. На самом деле я даже сама не осознавала, что она просто ужасная. Я для того, чтобы определиться, что говорить, я так рискнула подумать, а что было бы, если библиотек не было. Вы знаете, я не подозревала, что это действительно ужасная мысль. И вот, допустив вот такую мысль, я осознала всю значимость. Причем значимость не только функциональных библиотек, а людей, которые работают. Вот, и я поняла, что вот мы из детства выносим разные образы. Там, ну, понятно, первый учитель, там, детский сад, там, образ природы, да, вот как там родители елку приносили. То есть у нас как-то комплектуется это вот в отдельные очаги образы. И образ библиотеки, как ни странно, он вот каким был в детстве, а каким и остался.
Вот это, наверное, единственный образ из всех, которые вообще не изменились. То есть это вот как самый верный друг. Так ведь? Да? Вот. Я помню с детства, ну, у меня мама работала в отделе культуры, и библиотека у нас в городке, такой древний город, Остюжина, древний городок, да, там в основном здания архитектурные, такие охраняемые государством. Библиотека была в огромном-огромном таком красивом здании, и лестница широченная, вот так поднимаешься, потом еще вот так же поднимаешься, и дверь такая тяжелая, которую открыть очень трудно, и потом огромный холл с высоким потолком. И, ну, обстановка, наверное, была, поскольку мама там работала в этом же здании, где библиотека, вероятно, для меня обстановка была какой-то более домашней, раз меня там знали, сотрудницы. Вот, и вот это вот ощущение, что это родной дом, и ощущение коллектива, которые всегда расположены, и доверие к ним. Вот я огромное спасибо говорю всем работникам библиотеки, вот, вашим лицам. Потому что это на самом деле очень дорого для всех. Это настолько нужно, как вот опора какая-то. И здесь выделяется. Спасибо. Вот. Я уже говорила, хотелось еще больше. Но, вот. А я просто переделала стихотворение, тоже из детства вынесенное впечатление. Немножко переделала. Вот я смотрю, у вас жалюзи тут французские, да, шторы. И вот я стихотворение немножко переделала под... Просто добавлю, Катя, как иногда добиваемся своего. Да, вот приезжали, у нас было библиотечное мероприятие Тихвин, библиотечное столица, на которое собрались все директора всех библиотек области. Ну, все открыли, занавески сняли, их посадили. Жара, июнь. У нас теперь есть жара. Елена Юрьевна сидит потеет, да? Как с ними нужно? Еще раз, когда отключить... Кондиционер Елена Юрьевна пообещала. В следующий раз канализацию не включить. Чуть-чуть переделанное. Прошу прощения, не специально. Может, у вас стихи уже есть про жалюзи? Вот я говорю, прошу прощения, что не написала специально, просто не созрела ничего, но переделалась. В вашей дивной гостиной французские шторы, ну, наверное, можно сказать, французские шторы, уют. В вашей дивной гостиной французские шторы, уют. Здесь танцуют, смеются и смотрят немое кино. Здесь пронизанным светом поэтом вина не нальют. Здесь их слушают стоя, простите, так заведено. У иных званый ужин, цветы и улыбок не счесть, только тянет сюда, если честно, и бы до конца. В этом мире огромном так много заманчивых мест, где нам двери откроют, а здесь нам откроют сердца. Спасибо. Татьяна Владимировна. Присоединяюсь к поздравлениям и небольшой экспромт. Сокровищница мысли вечной и кладезь прозы и стихов. Здесь, как в аптеке, безупречно по полкам кипы мудрых слов. Хранятся планы и идеи, сомнения, утверждения, гнев, безумство буйные затеи, фантазии неуемный блеф. Все под пеленой переплетов и каталог под алфавит. В заботливой руке учетов и пересчетов и любви. Заходишь в тихую обитель и слышишь лично, не общо. Берите, слышите, берите, еще берите и еще. Ну где тебя вот так вот встретят? Ну где тебя вот так встречают? Тепло, светло, покой, уют. Порой даже чашку чая в душевной теме подают. И с электронным конкурентом тягаться вовсе не с руки. Легко обходим оппонента живой дорожкой строки. Живи, моя библиотека, еще не время на покой. Живи от века и до века, пока бытует род людской.
Так завтра в автограф приходите. Время, когда библиотека была еще в НДК, и мне тогда было лет 15, и можно сказать, что библиотека меня образовывала, потому что тогда я изучала теорию стихосложения, читала классику по научению библиотекарей. Очень благодарна им за это. Все, спасибо. Это ваше всем. Спасибо большое. Сергей Пихта, Ольга Перевонкина. Похоронили нашу заведующую, которая вот сейчас вспомнила 91 год. Вот это была Николаевна, вот для Кара, которая была заведующая, тоже Веревочкина. Спасибо. Хотим поздравить библиотеку. Ну, почти уже, почти круглый юбилей, еще немножко будет уже 100 лет, чуть-чуть осталось. Хочу сказать, что для меня лично библиотека – это, ну, действительно второй дом. Я все детство в библиотеке пропадала. Конечно, не в этом городе, а в другом, но всегда бежала туда с радостью. Все книги перечитала. Клонится закат на лугу и пошел отдыхать на запад. Я же долго заснуть не могу, и от счастья мне хочется плакать. Тени клонятся ниже к земле, развернула ковер слой неба, засияли на нем с высоты маяки звезд с небесного брега. Белоснежной вуалью тумана принакрыла поляны и речку, и поет кто-то там за холмами, что удачу и счастье встречу не сомкнуть нычи глаз до утра. Соловьи за рекою запели, а меня все сжимали туда, там, где песни по звуке свирели, закружила ночной хоровод, веселясь из ромашек поле, пролететь бы над спящей землей, да обнять ее нежно с любовью, а с рассветом с востока заря не спеша по воде пройдется, подрмяет леса и поля, светом солнечным в небе прольется. И опять наденет венок из озер и цветов и неба, осветит нам сотни дорог и приветит, где бы ты ни был. Дороги идут в библиотеку. Я не проверил, но на пяти стороны сыграл. Молодец. Ну, на пяти? Да. Смотри, что-то одного не хватает. Вот это стихотворение тоже здесь услышал первый раз, и мне сразу заиграла эта музыка. Второй не будет? Да пойте, пойте, Сережа. Сможешь на пяти ее, Сережа? Ну, все равно же поет что-то. Не испортила. Довольно там песня хорошая. Струны же поют сколько могут. На четырех.
Она трёх. Да вообще подвигся нафиг. На солдатика можно, Серега. Ну, напасть могу, чуть-чуть, вот, чтобы вы ничего. Да, так, да. Всё нормально. Ну, попробуйте. А какой нету? Шестой? Еще не видела, какой. Первый. Да? Под маме. Я даже не помню. Давайте я вам свою гитару дам. Сейчас она тебе тоже оторвется. Вчера утро песню вдвоем затянуло с дождем. До утра им теперь не уняться, не уняться. И танцуют они на крышах домов. Так откуда кто снул? Нынче взяться, нынче взяться. И под стоном монотонный их пляски шальной мне становится грустно немного, немного. Потому что в ночи боюсь не найти в темноте мне до дома дорогу. Дорогу. Но все тише их песня. Устали, поди, и заснули на ветках подружки, подружки. Вдалеке сквозь туман замелькали огни. Это дом и надежда, и утро, это дом. Надежда, и утро, утро, утро. Эта песня посвящается обращению к нашим спасибо. Я тоже прочту. Давай. Ну, по бумажке, как говорится, здесь. Буквально вчера получилось такое. Можно назвать стихотворение, но так как бы. Я пишу песню в основном. Открываешь, как в храм, ворота, и заходишь в благую светлицу. Здесь шедевры на полках стоят, что прочитаны нами, на прочитанных нами страницах. Этот мир создавали творцы, те, кто строил воздушные замки. В них живут короли и шуты, кто-то мерзкий, а кто-то забавный. На страницах мы видим судьбу и фантазию в рифмах и прозе. Мы читаем души глубину, что намного богатства дороже. Библиотека, хранилище муз. Поздравляю тебя с днем рождения. Пусть живет вдохновение тут, что всегда всех проблем разрешение. Лет примерно до трех моих. Моя мама была уверена, что я знаю только три слова. Папа, нет и может быть. Это было одно слово. Ну, а как-то я, значит, приболела. Меня дома оставили. Ну, родители у меня работники в сельском хозяйстве, сантехник стала. Всего, да и поэтому... Ну, знаете, приходит мама, значит, на обед. Слышит, из-за двери там кто-то речухой толкает. Думает, вроде радио выключала. Открывает дверь. Я сижу с Томиком Тайшикова Маркса и жутко с ним спорю. Вот уж три года я уже читала. Политически подкованная. Ой, очень. Вот. Ну а что касается библиотеки и этой конкретной и вообще. Моя бабушка. Педагог там со стажем, все. Она всех нас, внуков, учила читать. И в 4-5 лет уже умели все остальные, значит, пятеро моих родных двоюродных братьев и сестер. Как-то бабушка решила и меня поучить.
А мама моя говорит, а что ее учить? Она как нас задолбала, сама скажет, может, да, оказывается, сама научилась. Потому что всю жизнь я, ну, просишь, ну, научите родителям, мне когда бабушка там, когда жила далеко, ну, вот, ну, что, чем-то заняться надо, научилась. Вот. И поэтому, может, от этого возникли вот такие строчки, и шуточные, и серьезные, не знаю. 3000 лет не сплю, не ем, стихов пишу я и пою. Жаль, нет сонетов, мадригалов, так я же жить не начинала. Вот от бессонницы очнусь, встряхнусь, взбодрюсь и окунусь в азы поэзии начала. Пойдут сонеты, мадригалы, чего еще там не писала? Ах, да, еще баллады, станции или как там? А, романсы. Да, мне писать еще мало. Придется жизнь начать сначала. Ну, это более посерьезнее. Опять диктует высший разум слова, сравнения и фразы. Рука за ним не поспевает, душа уже изнемогает и мечется, ища спасения от вдохновения. А сердце в поисках любви и жажды чуда смеется, плачет и твердит. Пусть вечным будет поток метафор, слов и фраз, иных слов, сравнений не надо уже не спасать. Вот. А что касается конкретной библиотеки, когда я в нее пользуюсь, не знаю, мы приехали сюда вот в Тихон как раз 5 ноября 1966 года. Вот. И первым делом, куда я пошла, это я пошла в библиотеку. Вот, а жили мы вот в доме, который первый отсюда, от микрорайона, по улице Карлона. Вот. Ну, даже ночью, а что, мне ночью подумаешь, ночью. Ну, пошла. Вот. А в этой библиотеке, в районе, ой, я уже не помню. И там была, и там. Где она была, была и эта. Как, ну, как-то так получилось, что чаще я в ней первое время, ну, уже в более взрослом возрасте, была не читателем, а выступателем. Вот, потому что приглашали то с какой-нибудь лекцией, то со стихами, то все. Вот, и а уже когда библиотека более-менее переселилась сюда, я из дома переселилась тоже сюда. Вот. Поэтому с наступающим юбилеем, всем успехов, всем здоровья. А вы тут ночуете, Наталья Владимировна? А почти. И главное, чтобы вам новых читателей, нам новых наших, так сказать, творений, которые мы могли бы подарить вам. Ну, себе дома. Я человек новый, мы уже теперь не новый немножко, да. Я не знала о том, что здесь такие чудесные есть вечера, вот узнала буквально месяц назад. И чрезвычайно рада, что попала в такой теплый, дружеский коллектив, где все будто родные люди. Мне так нравится, я прям дождаться не могу пятницу. Муж мой очень недовольный этим обстоятельством. Я его все время зову с собой, но он говорит, а что ж я там буду делать? Я не такой, как ты, активный. И я буду там сидеть, но я говорю, будешь сидеть скромненько в сторонке, а я буду участвовать. Он говорит, а каким образом? Я говорю, буду слушать с таким вдохновением, с таким желанием, вот, чувствовать себя приобщенной вот к вашему коллективу. Надо его сюда привезти, надо. Вот, я вот, когда первый раз сюда пришла, читала свое стихотворение. Я немножко пишу, но пишу очень плохо, нескладно, может быть, да, и совершенно не горжусь тем, что умею это делать, и даже, может, и не умею, но мне очень этого хочется, вот. Поэтому я, ну, пытаюсь сам писать, но не это важно. Важно то, что у меня есть желание, у меня есть стремление. А по поводу библиотеки, я живу в этом микрорайоне, как-то вот раньше мы больше ходили с мужем, да,
А сейчас то ли постарели, то ли еще какое-то обстоятельство мешает. Вот врать не буду, не хожу сюда. Единственное, чем могу гордиться, что мой отец, давно ушедший из жизни, я родилась, когда он уже был в довольно таким зрелом возрасте, но последние свои 17 лет перед уходом из жизни он работал в библиотеке, возглавлял ее. Я долгое время, я родилась в селе. Вот. И он в этом селе был библиотек. Один там была маленькая библиотека, была одна единственная. И он был там царь, бог, и его очень сильно боялись все школьники. Да, как-то вот. А я была ужасно горда, как это так, мой папа в библиотеке. Естественно, у меня был доступ к любой литературе. И я сейчас с огромным сожалением вспоминаю о том, что я недолжным образом воспользовалась вот книгами, те, которые были, ну вот все было предоставлено, пожалуйста, вот бери, не хочу. Единственное, что вот я вынесла из этого, я очень хорошо писала в школе сочинения, потому что вот читала и всегда обращала внимание в прозе на то, как пишут сложно сочиненные предложения, сложно подчиненные, какая там, значит, речь прямая. Я обращала внимание на знаки препинания, поэтому училась очень хорошо. И в институте одна из лучших была студенток по русскому языку. У меня была 5. Вот. Этим я была чрезвычайно горда. Так что вот, вспоминая своего папу, вот, хочу сказать, что вот работники библиотеки для меня, конечно, святые люди. Святые люди, потому что, чтобы здесь работать, надо иметь такую огромную вот душу, такое огромное стремление к знаниям, и чтобы эти знания передать, подсказать, показать, внушить, довести до читателя, это талант. Это талант. Вот. К сожалению, мой папа не был таким талантливым, вот, да? Но он как-то всегда заставлял всех школьников, вот это возьми, вот это возьми. Я была свидетелем вот этого. Но честно могу признаться, что я не любила ходить к нему в библиотеку. Книжки любила, но ходить к нему не любила. Вот сейчас об этом очень сожалею. Теперь детей развлекаем. Не да. столько предлагаем им книги, сколько тут наряжаемся, практически уже. Wi-Fi бесплатный, пожалуйста, компьютер. Каждая из нас тамада, теперь детям же надо. Молодцы. У кого сказано, что дело не в том, что вы гениально прочитали, а то, что вы гениально слушали. Кто, я не помню. Андрей Дементьев. На самом деле, библиотека... Кто-то пусть гениально играет на скрипке, но зато гениально. Еще гениальнее слушали вы. Спасибо вам большое, спасибо, просто огромное спасибо. При всем желании я буду, вернее, при огромном моем желании я постоянно буду ходить и слушать вас, и наслаждаться тем, как вы это умеете делать, петь, читать, рассказывать, общаться. Большое-большое спасибо. Спасибо. Тему придумала Наталья Игоревна с Салой Александровной, да, родной кровь для наших слов. Мы хотим еще в течение многих-многих лет быть этим кровом, чтобы вы нас не забывали, приходили, мы рады каждому из вас. Поверьте, это очень искренне. Нам приятно с вами общаться. Большой восклицательный знак. Да, поставим. А у нас Наталья хочет. По дороге зимней зыбкой.
Давайте в конце там на хорошую. Мажорную какую-нибудь веселую. Веселую. Да. А мы подпоем. Ну, давайте я попробую счастливый жребий. Улетай на крыльях ветра. Ну, только я уже не знаю. Я не спасибо всем огромное. Спасибо большое. Спасибо, дорогие.